На смотре конкурса новогодних программ в Белореченске артисты Южнинского дома культуры уже не первый год получают высокие оценки жюри. Поэтому неудивительно, что на музыкально-театрализованном представлении «В поисках волшебного времени», которое состоялось 24 декабря, зал был полон. В числе гостей на празднике побывала и наша съемочная группа. В Южнинский дом культуры собираются ребята и их родители со всего поселения. Практически все малыши в ярких карнавальных костюмах. Те, кто пришел заранее, спешат сфотографироваться у елочки или в одной из фотозон, смонтированных в фойе Дома культуры. Для главы поселения предновогодние дни – это не только праздничные приготовления, но и время подвести итоги. 2017 год для Южнинского сельского поселения был очень насыщенным. Мы участвовали во многих краевых программах, что позволило нам привести в порядок многие дороги, как в асфальтном исполнении, так и в гравийном исполнении. Реконструкция мостового перехода через реку Белая. Сейчас ведутся работы по завершению этого объекта, а также по завершению объекта трассы Пшеронск-Белореченск, которая проходит через Южнинское поселение. Большие мероприятия у нас произошли по благоустройству на мемориале Слава в хуторе Ивановском, где была построена часовня нашими меценатами. Также наш мемориал Славы пополнился еще одним экспонатом, который будет торжественно открываться 9 мая 2018 года. Это танк. Дорогие жители Южнинского сельского поселения, а также Белореченского района, разрешите мне от лица администрации Южнинского сельского поселения поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать в наступающем следующем году самое главное – крепкого здоровья, удачи, чтобы дети наши радовали только своими успехами, победами. Главное действие будет происходить на сцене, поэтому всех гостей просят занять места в зрительном зале. Приходит время чудес и волшебства. Это же наши новогодние, сказочные, настоящие часы. А вы знаете, а без этих часов Дедушка Мороз ни за что бы не успел подготовиться к самому любимому празднику, к Новому году. Традиционно не обходится и без злодеев. В этот раз испортить ребятам праздник пытается не обладательница крючковатого носа и костяной ноги, а ее гораздо более молодая и симпатичная коллега. Вместе с помощниками она крадет детали часов и прячет их у разных мультфильмов. Юные зрители с радостью встречают любимых героев и всячески помогают им вернуть украденное. Театрализованное представление наполнено песнями и танцами. И даже несмотря на то, что в зрительном зале аншлаг, мальчишки и девчонки танцуют вместе с артистами. Но вот все детали на месте, и волшебные часы запущены. И тут из волшебного проигрывателя раздается знакомый голос. Я приехал! Жду вас у елки! Ура! Свершилось чудо! Праздник продолжается в фойе Дома культуры. Дед Мороз приготовил для ребят множество игр и загадок. А они, в свою очередь, порадовали доброго волшебника его любимой песенкой. Смотри, не замерзай.
И вот, к огромной радости детворы, огни на елочке зажигаются. Почти 300 ребят танцуют и поют вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Розочкой и Фиксиками. А в завершении праздника мальчишек и девчонок ждет еще один сюрприз. Появляется снег, которого так не хватает нынешней зимой. Праздник очень замечательный, мы так рады, что нас пригласили. Все понравилось, хороший был спектакль и очень хороший праздник для детей. Елка пушистая, замечательно. Настроение праздничное, все очень понравилось. Дети в восторге, постоянно выступления разные. Детям нравится. Вот. Каждый раз они все новое, новое, новое. Очень замечательная программа была. Дети задействованы на протяжении всей программы были. Танцевали, отгадывали загадки, плясали. Все очень хорошо, молодцы. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.